Видеозапись прислали наши телезрители. Пожар начался около 3 часов дня. Горела квартира на 5-м этаже 9-этажного дома в 16-м микрорайоне. По словам очевидцев, задымление было очень сильным. Увидел, как горит помещение, комната вон там вот одна. Стоит много пожарных, там скорая стояла. Потом через 15 минут еще одно помещение загорелось, балкон рядом. Как сообщает руководство станции скорой помощи, из-за отравления угарным газом в больницу доставили женщину с ребенком. Еще один мужчина порезал кисти рук, пытаясь разбить окно. К моменту приезда нашей съемочной группы на месте происшествия на всякий случай дежурила очередная бригада скорой. Огнеборцы проверяли, не отравился ли кто-нибудь еще в соседних квартирах. Сильный дым распространился по вентиляции. Причину пожара сейчас выясняют дознаватели.